наконец-то приехал. Мой сладенький дом. Наконец съехал от бабушки и буду жить в своем этом домике. Так. Пустить пока машинку. А я не понял. Что сделал мой диван? Мой кустик. Мой телевизор. А, кстати. Мое кресло. Уже не мое. Мой компьютер. Уже не мое. Патрик Спанч Боб, возьмите, а то вам понравилось. Не понравилось, ну ладно. Так, дела, во-первых, ты залез. Я не понял. Залезай. Вылезай. Я понял, намека. Жить на улице. Нам будут одни правила. Это все возьму. Ты не падай ты. Вот это все. Так, ну норм. Диан, я тебя ненавижу. Как я там летал на предметах? Поехали! У-ху, победи. Погоди, как я летал на предметах? Погоди, я хочу научиться, я же так сделал уже один раз. Погоди, как? Полетели! Не получается. Тут ничего не было. Ничего не было. Ничего, видишь? Ничего. Пока. Пока. Ой, чемоданчик. Что, время? Куда время? А что мне делать? А я не понял намека. Что мне делать? Что-то мне надо достать все. Все можно сваливать, да? Что-то я даже сделал. Сам не понимаю, что. Так я не понял. Я что-то натворил. Погоди. Я не понимаю. Чтоб все починилось, корабль здесь. Что мне еще найти? Будем начинать бегать. Буду начинать отсюда. Бежать сюда. Бежать сюда. И сюда. Потом быстро сюда. И потом уже вот так. И потом куда-то сюда. Погоди, я не понял. Меня... Вот так забегаю. Бежали. Сюда, потом сюда побежать, сюда лучше побежать, потом сюда, и вот, потом вот так вот сюда, вот сюда. Уи! Потом сюда. Вот так. Если кто так не делает, лайфхак делайте. Тогда вы точно не потеряете ничего.
Я волнуюсь, у меня живот уже бурчит. Побежал. Все я сделаю. Все я сделаю вам. То, что надо было. Все сделаю я. Я все сделаю. Я хороший песик. Я хороший песик. Я все сделаю как надо. Я все сделаю как надо. Все будет хорошо. Я, может быть, здесь не умру. Побежали. У меня сердце вот так тык-тык-тык-тык. Бежали, поехали. Все взял. Молодец, хороший я песик. Ладно, это бабушке скажу. Я молодец. Баба. Я все сделал, как ты и просила. Выключаем, это мне не нравится. Вот обманывает опять меня. Да. Да чища вы. Как вас прижать же здесь. Ладно. Так, давай наверх. Погнали. Супермен. Ты работай, ты наконец уже нормально заработай. Ну, теперь только с пультом можем. А пульт нам даже не надо. Все хорошо будет. Погоди, реально что ли? Вот это плохо. А погоди, а как? Хорошо, что у нас тоже лестница есть. Погоди, где моя кроваточка? Вот. Где моя бабушка? Она где-то здесь должна сидеть. Да погоди. Теперь полетели. Полетели. Да как? Полетели туда. Чё? Погоди. Чё? Сломалась! Ладно, это будет заканчиваться на этом. Пока.